Опять лаги ссаные. Смотри. Народники тут все уничтожают. Это то, что видел Букер. Оп, легким движением руки. Опа. Опа. Ладно, не важно. Ну ладно. Эй, ёпарасы. Ага. Да зацепись ты, ёкарный мамай, а. Чтоб тебя там, я не знаю. Так, сок же окей, сейчас будем испытывать. Да кто? А, ублюдки. Ну ладно, сейчас мы с ними разберемся. Здравствуйте, господин. Так, сейчас мы проверим. Вот цепочка эта. И раз. В голову давай. У него зенитка. Да умри, ёп. У кого? А, у того. Да не проблема. Проблемка. Ух, какая проблемка. Сдохни. А я попал по нему, да? У нас же 7 патронов, я забыл. Ну давай, как же тебе попасть-то? А! Иди-ка сюда. Да куда ты полетел, ёп... А, бляха, муха. Ладно, перезарядимся пока. Так, здесь у нас что? Не знаю, может мы здесь? Так, нам... Я думаю, Камстока. О, в самой жопе, а мы здесь, наверное, да? Или что это такое за точка? Далеко идти? Так. Кстати, насчет вот этих вот чуваков, я тоже подумал... Надо тоже поменять, будем их ставить, когда встречаться с механиками, будем ставить это снаряжение. А так будем вот это использовать, что-нибудь другое, точнее. Ахаха, после оживления, это тоже здорово. Здорово. На аэротрассах. А, подожди. А, ого, ну это еще попасть на аэротрассы-то. Или прыгнуть с аэротрассы, непонятно. То ли при прыжке на человека с аэротрассы повышается урон на 50%. А, нет, оружие наносит. Ну, какое оружие? Ну, наверное, скорее всего, именно стрельба. Пули нарисованы, на орел какой-то. Ладно. Если человек, находившийся под действием гипнотизера, убит, он взрывается. Нафига нам это надо? Не знаю вообще. Вообще непонятно зачем. Может быть, от взрыва какая-то волна идет. Да, скорее всего, видите, тут ядерный взрыв, скорее всего, просто как бы взрывная волна будет достаточно хорошая и будет отталкивать всех живых противников. Ну, это тоже здорово. Блин, а тут ничего особенного нету. Ну, давайте пока вот это, но мы гипнотизером не пользуемся. Давайте ставим пока что на время. Ловкие руки. Это что у нас? Так, это здорово. Кстати, вот здесь надо глянуть, что еще. На время делать противнику рукопашный уязвимым. Если... Надо, 5 секунд жертвы получать 2 раза больше урона. Во время... На время делать противника... Ага. Непонятно, что на время... Удар, что ли, или что? Наверное. В общем, скорее всего, да. Что враг убит энергетиком ловушкой станет призрачным союзником. Это тоже здорово. Это тоже здорово. Но вот, кстати, вот это не очень нужна, потому что, как бы, рукопашная атака, она не настолько мощна, не настолько мощная, что, как сказать... То есть я убрал, ну, с помощью чего... В общем, я убрал такую функцию, при которой при ударе противник будет поджигаться. Поэтому нам это особо не надо, она сильный урон не наносит. Ставим вот это. О, да. Итак, аэротрасс. Мы сейчас проверим. Давай. Раз. Ну вот и все, в принципе. С одного патрона. Ну, давайте сейчас проверим с аэротрассы. Давайте прыгнем. Ну, тут еще самое главное попасть. Ладно.
Тогда прыгаем сюда и вот сюда. Да. Достаточно здорово, мне кажется. Интересно, а если я два раза нанесу, то есть именно от оружия, от огнестрельного урон наносится двойной, ну, 50%. Или можно и вот этим тоже долбануть. Я ничего не нашла. Полетел. Букер, ракеты. Где ракеты? А где ракеты? Опа. Букер, лови. Эй, я ж попал, подожди, ну посмотри. Ты тварь, ну ладно. Там еще была такая функция, что точность возрастает при стрельбе с аэротрассы. Опачки, вот это пипец. Сейчас будем... А, не, подожди, сейчас не знаете, что сделаем? Ну-ка, если вот так. Ого! Вот это, ну, давайте. Мне к нему вообще не вариант подходить. Ударим и ставим вот это, да? Офигеть! Ну-ка, быстро. Чем его морозить-то? С аэротрассы нельзя. Механик может пустить по аэротрассе заряд тока, наносит урон на ней находить. Ток пустил, ну дает, господин, а? Лови патроны. Да некогда мне под. Пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. И ракеты. Вот медикаменты. Еще вот, где тут москит был, я его не вижу, правда. Ну где же? Вот эта тварь. Я ничего не нашла. Прыгай, пожалуйста. Да он же меня убьет сейчас. Так, что ставим? Вот это. Вторую ставим. Вот он. А где он? Что это было? Прям в центр. Ну дает, ребятки, что-то вообще. Патрончики давай. Нужно? Да, нужно, конечно же. Соли. Найти еще. Что это было? Че он стоит? Фуф. Ну опять мы сдохли. Но это не дело уже. Открой. Есть. Уже нефти. Можно было его сюда как-то загнать и вот этим вот солями забить. Итак. Аптечка даже не влазит. Ну что я могу сказать? Просто нужно немного... не мешкаться, и я просто не знал, что он электричество пускает по аэротрассе. То есть, написали, вы видели, да, когда они мне написали? В тот момент, когда электричество было, ну, вот буквально вот, я выключил запись, и меня тут же поразило, по-моему. То есть, я даже, у меня не было шанса никуда добраться. Открой. Так, с этим, ладно. Здесь очень много всяких интересных штуковин, но и также очень большая локация. Так, и вот там может быть что-то интересное, но неохота мне отмычки тратить. Ладно, этот, давайте, пожалуйста, глянем, может быть здесь что-то есть. Что это такое? Дробовик. Так, снайперка у нас мигает, значит у нас в обоими есть патроны, но в запасе их очень мало. Нам куда? А, ага, очень интересно. Опа, это что такое? Так, получив урон в бою, вы можете поджечь ближайших врагов. А как? Просто выстрелом? Ну, что у нас там? Что такое превосходное?
Чё тут написано? Обоймы для... Увеличены, наверное, на 75%. Возьмем, конечно, все будем брать. По-моему, какое-то снаряжение однажды я там не взял, не помню точно. Так, жалко. Забрать никак нельзя. Да и нам и не надо особо. Так, что у нас здесь? Давайте тогда уже осмотрим здесь все. Там отмычки, сколько тут отмычек, я даже уже сбился со счетом, да, господа? Открой. Ну, для начала давайте все здесь осмотрим, может быть, есть какие-нибудь опять отмычка, как вы видите. А нам, кстати говоря, я даже не пойму, куда-то выше, да? Ну, здорово. Давайте тогда сюда направимся. Так, вот здесь какой-то странный значок был. Только что... Блин, ты чё гонишь? Я не пойму, куда тебе надо? Это вниз куда-то, что ли? Картечница. Это вот это, наверное. Хотя нет, это не картечница. Подожди. Вон там картечница. Ну, прыгай, ёкарный карась-то. А чё он сюда не хочет прыгать-то? Нельзя, что ли? А, сюда нельзя, наверное. Так, еще раз прыгаем. Смотрим. Да ты чё, шутишь? На какую? Вот на эту? Вот опять какой-то значок был. Ну куда, ёпарасете? Туда, наверное, надо, да? Ты куда стрелка показывала? Сейчас мы глянем. Так. Я, кажется, понял. Сюда, что ли, куда-то? Элизабет. Расстрел. Да еб твою дивизию, а, бляха ты муха. Наверх. А, ну вот, сюда, да. Подожди. Не понял. Опять не понял. Давай охренели, что ли? Я манал вас всех. Куда идти, еб? Что за долбанный указатель? Ну опять, ну куда ж ты показываешь-то? Я тебя даже не вижу. Ну куда он показывает? Ну! Блин, ребят, вы что-нибудь понимаете вообще? Я ничего не понимаю. Отправляйтесь в дом. Он, наверное, не знает, куда показывать. Может быть, надо найти его здесь? Блях, мух, я вот тут перепрыгну запросто. Чего вы тут мне заливаете-то? Может, здесь где-нибудь? Еще стрелка такая дебильная какая-то. Вообще куда-то туда. Офигеть. Так, хорошо, на эту. Дальше что? Идем по стрелочке. Вот она, зелененькая. Вот она. Ну вот, она идет сюда. Ага. Вот она что. Опять. И куда-то сюда опять пошел. Или нет? Нет, вот она вроде, да? Ну, ёб твою, ребят, я не пойму. Где она? Вот она, здесь, да? Она здесь. Ладно, судя по всему, это какой-то баг. Я уже встречал такое. Когда указатель нам показывал куда-то, непонятно куда. Ну... Хорошо, давайте откроем эту отмычку. Здесь что-то ничего не написано. Заперто. Элизабет! Уже. Попробуем посмотреть, что там хотя бы. Открыла. Так, сохранение. Это какой-то знак. Может быть, нам сюда как раз таки надо. Да хрен вам. Блин, тупой какой-то указатель. Зато здесь отмычка есть. То есть, не зря зашли. Одну просрали, или сколько там? И, по-моему, две даже взяли, нет? Нет, вроде одну. Здесь тоже могут быть шпилечки, но здесь голософон. Ой, кинетоскоп. Блин, я не знаю, как это называется. Тут, кстати, знатно так дают, видите? Подержу ага, себя. Хрен вам. Пусто вообще, но вот до этого были вот аж в трех ячейках. Ну, пусто. Все, да? Это все, что здесь есть.
Может быть, это они тебя родили? Слушай, покажи мне. Ага, не хочешь смотреть, что там? Ну-ка, дай-ка я посмотрю получше. Ладно. Ты мне, ты скажи, куда идти. А то этот навигатор, по-моему, сломался. Вот, ребят, еще раз смотрим внимательно. Видимо, я что-то не догоняю. Мы смотрим, идем сюда. Не, ну, по сути, здесь, вот, смотрите, там какой-то тоже Олега. Кстати, там внизу план был. Ну-ка, давайте сейчас. Да мы пройдем, чего? Это просто случайно так запнулся на таком месте. Вот, Эмпория какая-то. Главный вокзал. Элизабет гоняет тут. Ты, так. Здесь мы на главный вокзал. Главный вокзал. Значит, аллея гармонии. Так. Так. Сейчас. Так, здесь написано финансовый. Не пойму. Район, что ли? Итак, смотрим. Есть ли здесь такое? Главный вокзал, фотостудия. Ну, ёкарный карась, я даже не знаю. Сейчас глянем кое-что. Сейчас сюда заберемся. Так, вот тут что у нас? Чё? Рыночный чё? Я даже не понял ни слова. Олег... Ага, вот смотрите, Олег Гармонии. Значит, значит, где-то здесь тоже должен быть подписан. Должно быть подписано о Комстоке. Так, значит, будем сейчас ориентироваться. Значит, вот это аллея гармонии. Правильно. Значит, сейчас еще раз спускаемся. Я не могу так долго хранить в голове у себя этот план. Я вообще не могу его хранить. Вот она, аллея гармонии. Вот это банк пророка, судя по вот... вот этому вот куполу, да, это, походу, он. Да, там, кстати, вот пишет банк. Значит, нам нужно попасть вот сюда. Но, к сожалению, здесь не вижу никаких входов. Только вот этот, скорее всего, вот тот вход. Или вот здесь какой. Тут, видимо, огромная локация, где мы можем через любую пройти с отмычками и везде, и здесь, и там. Ну, скорее всего, можно это все обойти. Ладно, давайте пойдем через банк. Через тут вроде вход есть какой-то. Либо нет. Либо лучше. Ну, давайте там пойдем. Итак. Я думаю, здесь мы больше ничего не будем смотреть. А отправимся как раз-таки на... Скорее, на рынок вот этот. Рыночный квартал. Вообще, можно ли там пройти? Ну, я надеюсь. Сейчас попробуем моменты. Ладно, ты идем. Можешь открыть этот замок? Попробую. Здесь я говорю, удивился много замков. Слушай, там еще. О чем ты попросила в лавке? Не будем об этом. Что Соловей с тобой делал? Если он вернет меня, то это смерть, мистер Дэвид. Или что-то такое, что я не вижу разницы. В общем, так, ведем мы правильно, уже было сохранение, а сейчас у нас этот, как его называют? Катсценка, ну как сказать, диалог Элизабет и Букера. Так, да прольется. А, ну да, указатель. Чё? Ой, это дружище. А если сделаем? Кстати. Так, буковку О нажимаем английскую. Ще русскую. И нажимаем здесь вот это. Вспомнишь говно, вот и оно. Это я про механика. Так, по-моему, что-то я про... Так, стоп, а какое из них-то я забыл что-то? Вот это здорово, кстати. Но... На аэротрассах... Вот это, наверное, у меня было. На аэротрассах, которое... Ну, давайте... Да, блин, я не знаю, что поставить. Ну, давайте... Па-па-па-пам. 50% шанс на краткую неуязвимость.
А, у меня еще здоровья было мало, наверное, когда мы с механиком махались. Рукопашный. Давайте пока вот это оставим. Ну, не знаю, там, в принципе, оно не очень такое интересное, что-либо. Да, нам показывают туда, поэтому... Скорее всего, кстати говоря, я сюда неправильно пошел. Все-таки через ту дверь нужно проходить, через... Как видите, здесь нам отмычки все возвращают. И отмычки мы не тратим, по-моему. У нас как было 16, так и есть. Причем мы... Ой, бляхом! Элизабет! Нет, серьезно? Нет, стоп. Вот этот старый замочек? Прошу. Блин, она открыла. Я не хотел. Случайно нажал. Ну ты шутишь. Ну 159. Ну в шопу они будут. Книга ключ. Отшиф. Интересно, ты сама шифровка? Пошла, ты знаешь куда? Книга ключ. Итак, значит, куда мы идем? Мы идем назад. Ладно, ничего страшного, что сейф посмотрели. Пусть будет так. Сейчас мы глянем, что у нас здесь. Вот это же шифровка. Да не. В тот раз мы нашли шифровку. Там ничего особенного. Блин, где этот придурок? А, вот, наверное. С него упало, хотя не похоже. Ладно. Пускай он остается. Подержи у себя. Где-то здесь. Мы идем дальше. Посмотри на знамена. Какие знамена? Народники выбрали себе цвет. Вот тебе мы идем в какую-то новую локацию. Так, ну, опа, по-любому сюда надо заходить. Заперты. Элизабет. Нет проблем. Надеюсь, сколько там отмычек надо было? Открыла. Блин, офигеть. Ну ладно, смотрим. Здесь плюс 75. Блин, на сейф не надо было тратить, потому что здесь тоже. И вот оно, наконец-то, последние соли. И будем качать здоровье. Так. Тебе уже лучше от солей. Да уйди! Ты чё, дура, что ли? Чё-то мне тут на дороге встало. Живой тут трёшься. Так. Ладно. Я думаю, сойдёт и... Патрончиков у нас, кстати, маловато. Будем смотреть все внимательно. Может быть, найдем какие-то отмычечки. Я на это очень надеюсь, друзья. Очень надеюсь. Бананы, снайперская. Щит сносится. Это здорово, что не здоровье. Потому что часто бывает сносится здоровье при каких-то... Надо было шок Жаке использовать. Стоп, а как помните? Стоп, а при рукопашной, что там происходит-то, я забыл. На него это тоже действует, нет? Сейчас он подойдет. А где он хоть? Да подожди. Ага, вон он. Сейчас попробуем, кстати. Да бляха, муха, вы еще мне тут мешаете. Вроде попал. Сейчас пробовать будем. Итак. Да вы шутите? За это меня совесть мучить не может. Сейчас попробуем. Да, действует. Все шикарно. Я просто хотел проверить, поэтому не стрелял ему в голову. Здесь у нас. Ух ты, нифига, сколько всего. Вот это у нас. О, снижение отдачи. Ну, пока не будем, сейчас посмотрим, что тут еще есть для... Может быть, правда, что-то еще интересное нам будет. Но тут ничего. Ну, давайте последнюю, наверное, функцию. Это снижение отдачи на 20%. Это не очень серьезно, но... Я думаю, сойдет. Теперь идем закупаться. Хочешь, чтоб тебя убили? Она думает, что это симпатия. Вот дура. Так. Здесь вот боеприпасики. 27, кстати, уже. Заметили, да, мы качнули. И 28. Ну, 4 патрона незначительно. Так, а здесь... Ух ты, а это что-то новенькое. Поступает... А, или... Да.
позволяет получать и хранить поступающие боеприпасы. Да, эту штуку надо еще использовать. Надо, кстати, попробовать. Подержи у себя. Семерку, а то я что-то не пользуюсь ей. Кстати, я так и не знаю, как ей пользоваться. Ну, посмотрим. Возвращайся. Элизабет все хмыкает. Ух ты, сколько тут деньжат раскидали, а, господа? Скажите мне, сеньор, куда все-таки правильно нам, какое направление нам держать? В какую сторону? Так, здесь у нас... Мне кажется, тебе хватит. Опа, что-то я... Ёпта, ни хрена себе у меня здоровье. Обалдеть. Что-то я хлебнул, ой, хлебнул. Ой, что-то не то. Так, а здесь у нас... Здесь у нас тоже, но... Я не знаю... стоит ли... Что там может быть интересного? Может быть... Мне почему-то кажется, что там этот... Прокачивание... вот этот эликсира... Ну... Хрен знает. Грёбаные разработчики постарались специально Лютес. Делать так, чтобы я ничего не видел. Либо я сигары выкурил, я даже не знаю, что я сделал. Ну, скорее всего, что-то выпил. О! Это по мою душу. Так, похавать больше ничего нету, вроде бы. Ну, стрелочку. А здесь, видите, даже закрыто. Но если вот так... Ну... Жизнь, я думаю, мы сломали бы. Тут у нас что? Тоже есть... Блин... Покушать. Отмычки не видишь, Элизабет? Любопытно. Столе, да? Чё любопытно? Ты делись со мной моими своими. Букер, смотри, там отмычка. Вот, я же говорил, где. Нашла деньги. Отмычку взял вроде, да? Даже, по-моему, две. Чё ты так, она. А чего-то меня очень интересно отвлекла. Чё-то она деньги нашла, отмычку. Отмычку сейчас попробуем. Ну-ка. Обалдеть. Я так и не понял, какую штуку пользуюсь. Ладно, давайте вот этим шестеркой попробуем. Солы? Да, господа. Соли у нас есть. Так, патрончики. Я надеюсь, здесь-то они припрятали отмычку. Вот гады. Ничего не сделали, ничего не положили нам сюда. Ладно. Двигаемся дальше, что могу сказать. Орлы серебряные, здорово. Так, сейчас... Для этой купим. Все. А, подожди, аптечку. Отмычка. Хотел. Как я не заметил. Я, кстати, только... А сколько они стоят, аптечки? Полный 20, 14 монет. Сколько там остановился? Все, отлично. Не жалко, тут гроши, можно сказать. Даже если мы сейчас найдем огромную пачку медикаментов. Оно и к лучшему. Да, Букер. Вот правильно говорили, лжепророк пришел и все расфигачил. Да, шучу, конечно же. Это... А хотя... Может быть... Ну... Лжепророк не обязательно должен все разносить. Нам явно туда, но я хочу сюда еще пройти. Шкафчик. Ну и шкафчик. В полете Супермен летит, летит. Так, здесь у нас что-то я видел, да. Опа, это что было, сумка с отмычками, что ли?
Или что это? Дорогой такое? Брат, эти дыры в воздухе продолжают приносить дивиденды. Не знаю, у какого музыканта ты заимствуешь ноты, но если он хоть в половину так же гениален, как биолог, за которым я слежу, быть тебе новым Моцартом. Что? Ёб твою. А здесь мы не сможем пройти, скорее всего. Ладно, тогда нам стоит идти в другом направлении. А, ну вот смотрите, мы уже знаешь, мы уже подходим ближе. Я все думаю о твоем видении. Какой-то сад. Вот горящий Нью-Йорк. Что-то это должно значить. Огромные локации. Даже все понятно, что, знаете же, и тем более он не сказал, что там, по-моему, Нью-Йорк будущего был, нет, если я не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться, я точно не помню. Но это значит, что Колумбия восстала. Она же показала свое превосходство. Вот, пожалуйста. Открой. Всех решила замочить. Блин, ну тут они явно кинули куда-то разработчики отмычку, которую я явно пропущу. Это враг. Поэтому будем использовать сейчас против него вот такую вот штуку. О, здорово. А эту можно было так добить. Кстати, одну функцию забыл проверить, кстати. Но так и не проверил. Скряга. Смотреть надо за ними, за всеми. Вон сколько всего, ёпарасоте. Вот. Блин, а где тут что-то сверкало же? Тут же монеты где-то лежали, нет? И у меня глюки же, наверное. Так это жена. Подожди, а кто она ему? И жена, что ли? Леди Комсток? Это она, нет? Как вы думаете? Открой! Я даже не знаю. Опять двери скребутся там что-то. Так. Надеюсь, ничего не запрятали, кроме какашек в кусте. Надо. Розовый куст. В смысле, куст с розами. Тут у нас еще голубки сидят, лежат, точнее, отдыхают. А здесь больше, ну, надеюсь, отмычек они здесь не накидали. Ну, накидали. Нашла деньги. Я надеюсь, я их не пропустил. Так, а там, по-моему, автомат какой-то был. Что-то я пропустил, что ли, или что, я не пойму. Все, здесь мы осмотрели. Сейчас вот сюда сходим. Бумс, бумс. Здорово. Назад перечь, блин. Вот, не зря сюда пошел, видите? Вот так. Мне нравятся такие вот штуковины, где можно посмотреть. А вот, где можно посмотреть, где может быть что-то очень ценное, что-то много ценного. Ладно, идем дальше. Идем назад и потом уже дальше идем. Быстрее давай, не хочу здесь останавливаться. Ну вообще просто не хочу задерживаться долго. Бегом. Ну а когда мы пешком ходили, да? Какая-то загрузка была, я не понял только что это типа сохранение или это вот именно загрузка. Немного непонятно. Чекпоинт. Здесь мы не будем что смотреть. Наверное. Зачем этот сейф? А, похоже что-то. Так. Я уверен, что я не все отмычки собирал. Не на 100% уверен, но мне почему-то так кажется, что я. Все-таки не все отмычки. С собой забирал в течение прохождения игры. Ну вот, собственно говоря, мы и дошли. Но для начала нам необходимо здесь погулять немножечко, разведать обстановку.
Может быть, это финал игры, хотя нет. Блин, вот это что такое, я не знаю. Может, качнуть надо, и оно само появится. Либо я что-то пропустил, ёб твою. Если я пропустил, это конец. Это капец. Так, ладно. Так, здесь у нас только боеприпасы, которые нам, как всегда, требуются. Ну, все, больше не надо. И сейчас мы почитаем, не появилось ли у нас здесь чего-либо для снайперской винтовки. Ну, хотя бы говорили, новое там какое-нибудь улучшение. Нет, пожалуйста, вон, ничего нет. Либо я просто чего-то не увидел. Но, скорее всего, я просто... По-моему, здесь замес будет дикий. По-моему, я просто уверен, что... Никто не будет по тебе. Что такое жизнь в сравнении с верой? Окружай. Ну, они могут охранять отмычки, нет? Огонь очищает! Выбейте его оттуда! Лампочки! Не давайте ему целиться! Ага. Ясно, я тут... Пожарник, осторожней! Из адского пекла! Давай! Ага. Давай! 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 По-бырому здесь все посмотрим, пока они там дерутся, а мы... Да не бойся ты, чё ты. Огонь очищает! Умри! Кто выходи? Я выходи, я не буду выходить. Я из засады буду. Раз. Так. Дебюмс. Элизабет. Ага. Вау, обалдеть. Паскуда. Огонь очищает. Вот это пипец. Надо валить отсюда. Побыстрее. Блях, ух, тут огромные локации. Будет исполнено! Огонь очищает! Ладно, не буду проверять эту функцию. Ну, я проверил. Здорово. Так, сейчас мы еще глянем, что у нас тут. Ладно, идем. Идем, идем, идем. С этого мы все посмотрели. И с этими мы не будем, думаю. Хотя нет, подожди, снайперская надо купить. Так, это не ты, дружок. Это тоже не ты. Мне кажется, где-то вот там, вот в той точке, я пропустил вот эту вот новую функцию. Не знаю, может. Все, до свидания, и бежим назад дом Камстока. Не будем здесь ни секундочки задерживаться, потому что, ну, все-таки прохождение, мне кажется, не надо здесь медлить немного. Вот, пипец, там может быть очень что-то очень интересное. Ладно, давайте. Ты можешь открыть этот замок? Не вопрос. Сейчас мы глянем, что там. Прошу. Блядь, сколько она взяла, что-то я не видел. Три отмычки, да она офигела. И что здесь за говно у нас? У всех на глазах! Сержант оглядел меня и сказал... Говно! Ой, говно! Зря зашел! Из вигвамов? Да, сынок? Ой, говно! Че это такое? Обоймы для всего оружия. Чего? Обоймы для... Че? Не понял. А я тогда что? А это что тогда? Да ну это бред какой-то. Это ложь! Читерская говно. Эта клевета преследовала меня всю жизнь. С того дня никто не считал меня товарищем. Больше не буду эти двери открывать. И только когда я сжег вигвамы со скво внутри, меня приняли как своего. Только кровь искупает кровь. Заткнись. Ну хотя бы он... там был в этом говне, точнее в этой, за этой дверью вонючей, просто на которую вонючую отмычку гребаную потратил, просто вот просто ни зачем, можно сказать.
Да не можно сказать. За этими воротами дом Комсток. А нужно сказать. Народ здесь до хрена валяется. Идем, короче, к этому кабану. Че такое? Вот тут... Так, а че тут надо? Приложить руку, что ли? Дверь откроется. А, подожди, это типа намек. Типа мне еще тут надо пройти как-то. Ну вы офигели вообще. Может быть, вот какие-то тут ворота. Вот эти вот хрени, точнее. Да ты, блин, паскуда. Ты что ты сделаешь? Как пройти сюда? А, вот, чё это? Как приятно видеть вас. Прекрасно, что вы к нам добрались. Особенно учитывая тот факт, что вы умерли 19 лет назад. Леди Комсток. Лати, машина приняла меня за мою мать. А, да. Обтягивает твои формы. У ваших пальцев изменились. Хотя, отпечатки. Все равно вам не здоровится? Ничего не выйдет. Попробуем. Твоя мать мертва, Элизабет. Да. Пришла пора взглянуть на ее могилу. Идем со мной. А я знаю где. Я видел, кстати говоря. Это легко, кстати. Тут даже стрелочка не нужна. Я потом же знаю, куда идти.